Всем привет! Распаковываю очередную посылку из Китая. Это полировочная машинка. Полируют как мебель, так и вещи, дерево. Вот. Но, в принципе, я заказывал именно для полирования машин. Стоит она 3300 рублей, 3200 или 3300, по-моему. Вот, пришла довольно-таки быстро, где-то с недели за 3, может быть, за 4. Вес ее, как написано по трекеру, 3 килограмма 400 грамм. Вот, вот такая машинка. Да, коробка, конечно, ожидает желать лучшего. Чуть-чуть она разломалась, но, в принципе, тоже ничего. Продолжаем. Значит, коробка вот такая. Пришла она, я вам сказал. К сожалению, немного сломалась коробка, по крайней мере. Но ничего. Значит, в комплекте у нас инструкции на китайском. Сейчас посмотрим полную комплектацию. Сразу выну я. Так, это сама машинка. Ух ты! Ну, не знаю, хорошая, не хорошая. Весит она довольно-таки тяжеловато. Она чувствуется килограмм 3. Да, видно на китайском. 7 скоростей у нее. Вот это максимальная. До 1. Это, если честно, я не знаю пока еще, что за кнопка. Если тут плавный пуск или его нету. Ну, посмотрим. Провод сейчас продемонстрирую, вроде кажется длинным, но пока еще не знаю. Вот пока все, что есть. Значит, дальше довольно-таки неплохая липучка. Диаметр липучки 150 миллиметров, то есть 15-й. Ручка имеется для фиксации самой машинки. Так, это верхняя, значит, ручка сюда. Вот, видимо, там еще два болта имеется с ней. Так, имеется также ручка сбоку. Так, правшей, левшей. Так, очень удобно. Это тоже хорошо. Так, ну и, скажем так, шерстяная, не шерстяная, уж не знаю, из чего насадка одна на нашу липучку. Вот, все. Насадка вот так вот у нас, да, я первый раз, поэтому уж не судите строго, наверное, лучше вывернуть. Да, выворачиваем, крепим саму штуку, на саму липучку и заворачиваем. Вот вам сама, ну, мягкая, приятненькая на ощупь, больше я вам ничего не скажу. По качеству, да, по качеству волосики вылезают, видно. Не очень она совершенная, но, в принципе, учитывая, что вместе с машинкой цена 3400, это идет, скажем так, в комплекте, в подарок. Значит, что еще у нас входит в комплект машинки? Два болтика, ну, это фиксирующие для рукоятки. Вот ключ, я так понимаю, шестигранничек, да, для фиксации. Вот, еще какие-то два фиксатора, честно скажу, пока не знаю. Может быть, какие-либо предохранители внутрь, как запасные, было бы неплохо. Так, ну и все, вот и вся комплектация. Вот и вся комплектация. Так, вот ее я навернул. Не знаю, что это. Ага, кнопка сверху — это фиксатор, чтобы я по максимуму закрутил, наверное. Оп, фиксируем. Да, и можно свернуть. Вот, а такая. Ну да, система не очень удобная, но посмотрим. Может быть, на всех машинках. Так, раз это, откусываем провод. Сейчас посмотрим, какая у него длина. Длина. Здесь ничего, конечно же, по длине не написано. Здесь, не ошибаюсь, должно быть минимум 1.3 метра хотя бы.
потому что я искал с длинным проводом. Да, провод довольно-таки удобный. Через плечо можно накинуть. Отключим. Оба-на. Да, но есть, как всегда, везде свои минусы. Не попробую я ее. Провод, как я покажу, вот с такой вилкой. Переходничок нужен. Как всегда, китайцы молодцы. В объявлениях ничего не было написано. Ну ладно. Попробую включить в следующий раз. Вот она, в принципе, вся машинка. Вот, весит она, ну, 3 килограмма, наверное. Ну, в следующий раз я ее запущу и соединю видео в один. Вот она, вот такого качества. За свои деньги 3500, 3300. Очень неплохо. С кругами, со всем, с комплектацией. Так, фиксирую и посмотрим, надо открутить. Все откручивается, все очень удобно. Но, к сожалению, сейчас ее не проверил. Вот, так что вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Продолжаем видео о полировальной машинке, которую я заказывал из Китая. Вот я до этого распаковал. К сожалению, была трудность. Имейте в виду, в этой машинке, к сожалению, вот такая прямоугольная, сейчас попробую сфокусироваться, такая штырьковая, скажем так, вилка. Это не очень удобно. Вот. Сейчас. Вот она, два обычных штыря, как она называется, евро. Нет, американская, американская. Пришлось заказывать переходник, поэтому вставляю переходник на нашу стандартную вилку на евро, 38 рублей. С AliExpress. Ну, сейчас покажу, как она работает. Значит, вставляем вилку в розетку. Вот круг на липучке, который здесь у нас имеется в комплекте. Плюс здесь, скажем, мягкий поролончик. Самый дешевый, правда, но зато имеется. Так, выворачиваем его наизнанку для более удобного сцепления. Вывел наизнанку. Одеваем круг. И обматываем. Все. Здесь все нормально. Здесь имеется кнопка, очень удобная для снятия. Одевается, значит, он так. Хоп. И закрутили. Нет, не пошел по себе. Вот, обычно. Хоп, закрутили. Так. Ну, довольно-таки тяжко вот крутится. Но, чтобы его снять, надо кнопку нажать. И вот щелчок. И также можно, хоп, его до конца закрутить, либо до щелчка и в обратно. Он выкручивается. Система, в принципе, очень удобная. Вот, еще раз повторюсь, на машинке имеется 7 скоростей. Не знаю, что за кнопку сбоку, честно. Но всего 7 скоростей. Вот, сейчас послушайте шум, ну и частоту работы. Это на первой скорости. Сбоку имеется кнопка фиксации. Ну, по ходу, как я с ней пользуюсь, разбираюсь. Сбоку на этой машинке имеется маленькая такая кнопочка фиксации. То есть я включил скорость, нажал кнопку, она зафиксировалась. Можно работать. Очень удобно. Но, к сожалению, при более больших оборотах очень сильно шумит в помещении и работать проблематично. Но зато как бы цена-качество. Машинка 3000 с копейками, весит около 3 кг посылку. 3100, что ли, 3200. В принципе, без ручками за такой комплект довольно-таки неплохая цена. Вот, спасибо всем за обзор, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!